Сейчас тот самый замечательный мировой рекордсмен Мурлан Статилос. 9 лет всего жеребцу. Это детство. Фактически для лошадиного возраста жеребец происходит от Гарибальди, принадлежит голландской теплокровной породе. Между прочим, именно Эдвард Гал подготовил замечательного коня по кличке Равель, на котором спустя 2, по-моему, года после продажи Стефан Петерс, американский всадник, стал победителем финала Кубка мира этого года. Я один раз видела этого жеребца в записи. Мне кажется, это просто вот лошадь века. Потому что такие движения,
это нереальная лошадь, нереальный черный демон какой-то. Конечно, немножко так дисгармонично смотрится прибавленная рысь, немножко высоко поднято предплечье, при недостаточном таком совместимости с работой зада. Но общее впечатление, конечно, Татьяна очень приятное. Впечатление просто потрясающее. Такие лошади, я уж не помню, так, когда, какая лошадь, да, такое впечатление оставляла. Когда жеребец такой энергичный, весь огонь, но это огонь, весь подчинение, здесь то же самое. Настолько мягко, все переходы, все, ни одного перехода не было, они вместе идут. Вот как одно целое, такая гармония между всеми. Потрясающе. Но дело в том, что да, у него высоко идут плечи и все, но это его просто, ну как бы, естественное, то, что ему свойственно, соответственно, сохранить. Ну, немножко, да, вот когда сегодня обсуждали, а что мы здесь? Потому что вот немножко как-то с ней перекрывается. В командном большом призе немножко не очень удачно прошел на шагу, там были более низкие, чем девятка оценки. Но, в принципе, конечно, это может нереально. Нереально, потому что это все естественно. Понимаете, это выглядит нереально, потому что это не то, что из нее там выбивает кто-то там, понимаете, а то, что он вот сам делает. Поэтому действительно нереально.